Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новая онлайн-игра. Называется Doggy Farm. Давно я не участвовала в таких играх. Ну, так, зашла поиграться. Значит, зарегистрировано более 2000 человек. Значит, резерв проекта более 58 тысяч рублей. Работает 2 дня. Дают бонус за регистрацию 100 рублей. Как они тут пишут, нет заглушек, нет баллов. И вывод денег абсолютно без вложений. Так что можете начинать абсолютно без вложений. Автовыплаты, много бонусов. Значит, здесь у нас слева табличка «Последние пополнения». Видим. И последние выплаты. Минимальный вывод здесь от 1 рубля. Регистрация здесь. Сейчас покажу. Значит, вводите логин, вводите email, пароль, повтор пароля. Значит, прописываете Pair кошелек. Вот сюда ставите галочку. И разгадываем капчу. Кликаем зарегистрироваться. Вход по email и паролю. Кликаем войти. Здесь наша вот статистика. Я только что зарегистрировалась. Вот дата регистрации 30.06, да? И вот бонус 100 рублей. Это 10 тысяч серебра. Монет. Здесь местная монета, как обычно в таких играх. То ли серебро, то ли золото. Но здесь в данном случае серебро. Значит, вкладочка «Пополнить баланс», «Заказать выплату». Значит, и курс. 100 серебра равно 1 рублю. Так? Значит, вот это мой профиль. Домашняя страничка. Значит, следующая вкладочка «Настройка». Значит, здесь смена пароля. Следующая. «Как играть?» Читаем всю информацию. Покупаем персонажей, собираем косточки. Как бы, да? И здесь идет у нас что? Так. Купить героя. Далее, после персонажа начинают нам приносить прибыль. И после сбора вы получаете доход в виде серебра. 50% серебра зачисляются на баланс для покупки. И 50% серебра на баланс вывода. Неплохо. Читаем вот это все. Следующая вкладочка «Купить героя». Вот это бонусные монеты. И сейчас вот на эти бонусные монеты я куплю героя. То есть персонажа. Значит, смотрите. Значит, 100 серебра можно купить. Далее за 1000 серебра. Следующая 5000. Вот этот вот подходит, да? Далее по нарастающей 25 тысяч и 100 тысяч. И я куплю два персонажа за 10 тысяч, так как бонус дали 100 рублей. Значит, это выходит 10 тысяч серебра. Так, сейчас посмотрим. В час 370 косточек, в день 8800,
Сила 50 единиц, доход 55% в месяц. Так. И можно купить. Так. Сейчас посмотрим. Перед тем, соберите косточки. У меня нет косточек. Так. Купить героя, сбор косточек. Купить героя. Так. Что-то не дает мне покупать героя. Давайте обновим. Продолжить. Купить. Интересно. Может, надо за 100 серебра купить. А тут 5000. Сейчас за 1000 попробуем взять. Так. В этом разделе вы можете купить героя, которого собирает для вас косточки. Интересно, чуть не дают покупать. Вам нужно так собрать каждый герой, зарабатывает фиксированную сумму. Вообще сила по нулям, все, ничего не дают мне почему-то купить. Так. Интересно. Купить героя. Сбор косточек. Мне нечего здесь собирать, как видим. Собрать все. Ну, давайте попробуем. Успешно обменяли. Ой, давайте пойдем покупать. Так, ладно. Покупаем теперь. Вы успешно купили героя. Так, у меня стало на балансе 5000 монет. И я покупаю второго героя за 5000. Купить. Все. Общая сила героя 50 единиц. Значит, смотрите. Прежде чем покупать героя, идете собрать косточки. Опускаетесь в самый низ. Здесь разгадываете капчу. Кликаете собрать. Ну и все, как бы, да? И вот у меня ваш герой. У меня здесь вот стал вот этот вот собачка. 10 косточек. Так, далее что? Это я вам показала. Гонка лидеров. Здесь также читаете информацию. Далее. Таинственный сундук. Значит, что у нас? Что у нас здесь, значит? Открывая сундук, вы получаете один из этих подарков. Так? При каждом пополнении баланса вы получаете один ключ. За каждые 200 рублей.
При пополнении свыше 1000 рублей один ключ подарок. При пополнении более 5000 7 ключей и 10000 плюс 15 ключей. Перед тем, как открывать сундук, ну, мне это не подходит. Так, я если буду пополнять не более чем на сотенку. Так, таинственный сундук сражения. Значит, в этом разделе вы можете сразиться с врагами. Ну, это типа игры, да? Это уже по желанию. И бонусы. 1, 2, 3, 4 бонуса у нас здесь. Бонус на вывод. Значит, что у нас здесь? Бонус выдается на счет для вывода. Один раз в 2 часа сумма бонуса генерируется. Случайно от одной монетки до 3. Разгадываем капчу. Получаем бонус. И мне дали одну монетку. Вот мой логин. Одна монетка. Следующий. Ежедневный бонус. Значит, бонус выдается один раз в 24 часа. Также случайно от 20 до 100 серебра. Кликаем. Получить бонус. И мне дали 21 монетку. Так, это на покупки, друзья. Имейте в виду, можно собирать бонусы и покупать персонажи. Так, бонус один раз в час. От 3 до 10 монет. Получаем бонус. 9 монет мне дали. Это на покупки идут. Так, где у нас еще? И бонус 5 минут. Также от 1 до 3 монеток. Разгадываем капчу. Получаем бонус. Мне дали 3 монетки. Вот мой логин и вот мой бонус. Так, следующая вкладочка «Мои рефералы». Здесь будет находиться наша партнерская ссылочка. Также есть баннеры. Так, далее что? Обменник. Здесь можно менять баланс на вывод на баланс покупок. Минимум 10 серебра. Получаем плюс 120%. Видим, да? Отдаем 10, получаем 22 монеты. Так, лотерея. Ну, здесь я участвовать в этом не буду. Кому интересно, читайте. И как бы, если кому интересно, играете. Выход из профиля. Ну и все. Вроде как я такое вам показала. Так, возвращаюсь в профиль. Здесь вкладочка «Пополнить баланс». Так, здесь у нас Pair. И здесь вот разные платежки. Я закину сотенку. Способ пополнения. Значит, пополнить сумму. Значит, я пополняю здесь калькулятор. Если 10 рублей пополнять, видим 2000 серебра. Так как люди здесь пополняют и на 20 рублей, даже на рубль пополняют. Видим, да? То как. Ну, я на сотенку закину. И я получу 20 тысяч монет. Легко пополнить баланс. Так. Пополните баланс на 10 рублей и выше. Одним платежом получите бонус 1 рубль на вывод. Так. Сейчас оплатим.
вы же играете абсолютно без вложений. Рубли. Так как нет заглушек, нет баллов всяких там, да? Даст вывести? Хорошо. Не даст, но удалим и все. Так, оплатить. Подтверждаю. Сейчас меня перебросит обратно в игру. Так, ваш баланс пополнен. Перейти в аккаунт. У меня на балансе 20 тысяч. Значит, я иду. Опять собираю косточки. А то опять не дадут купить. Собрать все. Что у меня здесь капчу, я не вижу. Ну, соберем. Прибыль можно собирать не чаще одного раза за 10 минут. Понятно. Пойдем покупать героя. И вот этого я еще прикуплю. Купить. Где он? Купить. И. Купить. И последний раз, что у меня здесь? Купить. Ну вот, как-то так. Для вывода 101 монета, друзья. Интересно. Как так? Значит, 100 монет, 1 рубль. Мы проверим сразу и на выплату. Конечно, он будет платить. Вот. Я в этом не сомневаюсь. Так как я указывала Pair кошелек при регистрации, естественно, вот он здесь отображается. И поменять я, если вы неправильно пропишете, я не знаю. Смотрите, вот здесь даже живая статистика. Мой логин, я пополнялась на 100 рублей. Ой. Да, на 100 рублей я пополнялась. Сейчас посмотрим, вот люди здесь выводят, да? И сразу же проверим на вывод. Вот это серебро. И сразу они конвертируются в рубли. Заказать выплату. Выплачено. Нормально, баланс мой сразу по нулям. По нулям. Так, подождите, завтра. Так, история. И вот 1 рубль. 30 июня. Перевод выполнен. 1 рубль. Выплата пользователю с проекта Doggy Farm. Все замечательно платят. Ну, кому интересно, заходите. Неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!